Прокуратура проводит расследование по факту подрыва на мине жителей Гюрамбойского района. Установлено, что Эльнур Гасанов 1976 года рождения получил тяжелые ранения в результате подрыва на противопехотной мине на территории села Гасангаят Тертерского района во время выпаса скота. Пострадавший был госпитализирован в Бардинский районный диагностический центр с травматической ампутацией обеих ног ниже колена. По данному факту в Тертерской районной прокуратуре проводится расследование.